Помогите, пожалуйста, очень ревнивая, просто крышу сносит. Когда муж смотрит на красивую женщину, не знаю, как себя контролировать. Когда остываю разумом, понимаю, что он может смотреть, как на всех людей, даже они могут нравиться. Но куда это происходит, где-то на улице, даже по телевизору, у меня переворачивает. Сама понимаешь, что смешно. Нет. Пытаюсь как-то бороться с этим, понимая, что сама не могу справиться. Я сегодня давал вам вот такую уникальную практику. Не нужно ревновать человека, нужно посылать то, что в вас создает это желание. Вот если вы будете посылать в середине себя то, что вот только эта эмоция начала появляться чуть-чуть, сразу же эту эмоцию посылайте. Все, на этом все закончится. Объяснить, почему это происходит, я могу. Но для того, чтобы вас не обижать, не скажу это.